хочет ли Владимир Путин возродить Советский Союз? Ну, я думаю, что даже если бы хотел, то это, наверное, уже сейчас уже невозможно. Но мне кажется, уже слишком экономики различаются и политическая ситуация. Нет, я думаю, что он не хочет возродить СССР. Хотя мы скучаем по некоторым моментам именно СССР. Он, наверное, понимает, что немногие пойдут ему навстречу. Да? То есть многие страны сейчас опять собрать будет очень трудно, распустив их. Вот, это наше мнение. Ну, Советский Союз вряд ли он захотел бы создать, но объединиться все равно надо непременно. Ну, когда распался наш Советский Союз, вы же помните, что было организовано СНГ. Ну, может быть, не в таком количестве, сколько стран сначала входило, но все-таки нужно опять объединяться. Нет, нет, солнышко, это невозможно. Поэтому если он здравомыслящий человек, я не думаю, что он так думает. Нет, не хочет. До этого я сам говорил, что мы его только вспоминаем, но назад возврат не будет. Вы знаете, я думаю, что это уже невозможно. Почему? Ну, потому что все страны, по-моему, понравилось жить отдельно. Ведь каждому человеку интересно жить самостоятельно, правильно? Поэтому лучше все вместе дружить, налаживать хорошие отношения. А к старому возвращаться – это уже дурная примета, мне кажется. Ну, он просто вышел из той среды, где считает, что это величайшая катастрофа геополитическая. Но, очевидно, ему бы он бы не отказался, если бы мог восстановить. Я думаю, это невозможно и не нужно. Ну, просто все очень просто. Ну, представьте себе, у нас демократическая страна. Вот восстанавливаем Советский Союз. И президентом в результате всеобщего тайного равного голосования, естественно, становится, ну, скажем, потомок Назарбаева или там Туркменбаши или кто-то еще. Там же будет солидарнее голосование. Ну, зачем нам это? Я не уверен, что это так уж будет правильно и хорошо.